Не помню, короче, там тоже такие штуки творил. Странные. Из-под ковров, правда. С Юспана такой дистанции сложно стрелять. Окей, он зарезать его два раза мог. Он выдавил в него патронов 10-11, ни одного не попал. И ну, где-нибудь на третьем уже надо было понять, что чувак на тебя не оборачивается. Бери нож, режь, полтора косаря. Эх. Да, просто вот я за многими людьми смотрю, вот чем более профессиональный игрок, тем медленнее он стреляет с юспаз, более прицеливаясь. Как только у него в прицеле попадается голова, он стреляет, а не так, что стреляет, а потом доводит. Типа тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А вот многие мои знакомые почему-то с юспа именно проповедуют такую штуку, когда чем быстрее, тем лучше жмешь на кнопочку чаще. И попадется голова или нет, это уже рандом. Так, ну и антиэкраунд. Пока двоих даже потеряли, слабоумие. Но, в принципе, здесь буду доделывать все до конца четко, понимая, что, в общем, отдавать им никоим разе этот раунд не стоит. Остается 40 секунд до постановки бомбы, скорее всего, чел. Ай, чел. Нет, дошло дело до постановки бомбы. Знают, где последний, гоняют его за фаербоксом. И тому есть, в принципе, что сейвить. И хорошо бы даже это сделать. Но вот выбивание его идет с двух сторон. 2-0, слабоумия повели. Ну, что-то мне вот все грустнее и грустнее. Кстати, никто не говорит, что хп не видно. Потому что, мне кажется, здесь закроют. Устила, точно, вот, спасибо. Устила, такой товарищ, стоял под коврами, зажал в выходящих троих, ни по кому не попал, чуваки даже на него не смотрели. Сначала джангл убили, потом на стерсах типа убили, на фаербоксе, потом оборачиваются такие: «Ёшкин кот, Устила, ты под коврами, привет!» И дали ему в жбан. Ну, такое, вот примерно из той же серии сейчас было. Ну, тут полностью сливной, в принципе, разговаривать не о чем, никаких шансов на его забор не присутствует, несмотря на то, что начали вроде бы за сильную сторону, но вот то ли велико волнение, то ли велика усталость, то ли тоже поплавило, как сырки дружба сейчас, коллектив Helix Pro, ну, пока вот даже со стрельбой не заходит, тоже им посоветовал бы тазик с холодной водой, ноги в него и нормич. Так, ну и смотрим. Первый девайс на раунд. Нужно, конечно... Кстати, смотрите, не закупаются 3 юмпишки, оставляют слабоумие. Это вот к вопросу о том, как они относятся к важным раундам. Как они чувствуют свою силу или не чувствуют. Чувствуют свою силу. Раунды у них подготовленные, девайсы абсолютно не важны. Это мини-калашниковы, можно считать, юмпишки. Смог... Смог на коннектор отличный. Почему-то АВП высунулось посмотреть, что вообще на миду происходит. Тут... Просто на изичах закрывают этот раунд. Вот от одного смока, просто раунд вот этим смоком. Бросается он с мида, это уже старая тема, тут как-то в пальму выцеливаешь, становишься вот сюда вот и как-то в пальму так, он такой летит, 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 ударяется, ударяется и падает сюда. И все, и раунд сделан этим смоком. То есть точка абсолютно не понимает, что происходит на миду, и если АВП в этот момент не в окне стреляется, или там лежит смочок, ему неудобно, а именно такая ситуация и была. То есть авик спугнули из окна смоком, а потом кинули это. То есть, грубо говоря, он и из окна ничего не видит, и на шорт из коннектора ничего не видит. Типа его сбривают тиммейты, и дальше просто он на любопытстве выходит из дыма минус он. Как эти раки в финале? Ну, я бы поостерегся вот таких слов, типа раки. Чуваки из слабоумия в про-серии, поэтому... Как бы вряд ли. Так, ну и что? Решили покупать пистолеты, арморы и встречать с укреплением точку Б. Пока получается, вдвоем остаются от атаки... Грей и Перфекту. Ну и вот тут опять сумятица какая-то, внесенная легким выпадом из окна, и ситуация 4 в 2 уже переворачивается на 2 в 2. То есть, ну, как-то вот бред. Тиммейт убивает, чувак думает, ну, постою за столбом, по мне никто не знает. Тут мискоммуникейшн у ребят, похоже, что, ну, Калашников, пришедший от Скарпауэра, наводит порядок.
ХП маловатенько. Две позиции. Да, достреляли. Все-таки фор взяли. Первый раунд для HelixPro. Сдюжили. Сдюжили и забрали. Так. Смотрим дальше. Тяжеловато придется, но вот потому что мы видели на первой карте, в этом финале очень тяжело придется. А что, Luminosity перешли в SK Game? Да, перешли. Еще весной все подписали, но забыли об этом Luminosity предупредить. Ну и как только Luminosity об этом узнали, начали, ну не то чтобы судиться, а разбираться. Сейчас все подтверждено. С 1 июля уже на мейджоре, в ближайшем, на следующей неделе, будут играть под тегом SK Gaming. Ну, SK Gaming со времен CS 1.6 всегда был организацией топовой. И SK Gaming, конечно, иметь состав, который в тир-1 обойму не входит, не с руки. То есть они всегда хотели доминировать на CS-сцене и, в принципе, всегда это делали. Поэтому не получилось у них там с Ассилианом, или кто там играл у них, Magic's Boy, по-моему, в составе. Вот сейчас последние SK были. То есть ребята, в принципе, неплохие, молодые, но недостаточно опытные. Возможно, из них какие-нибудь вот вырастут. Неплохие игроки, но немножечко попозже. Они действительно вырастут. У нас пока на контакт идет атака на точке А со вскрытием мида, и все у нее неплохо. После небольшой ошибки против Форса 5 раунд для себя берут. Ну да, как-то будет странно. СК, я просто помню еще, когда, ну никто, ничего не выигрывали, тогда был Фоллен, и тогда у него был, было сейчас два игрока из Темпа Шторм. Тот бывшие игроки в Crossfire, во что я играл, это Лукас и Хенни, по-моему, два брата. Они вот как раз-таки из Crossfire, казуальщики. Ну вот видите, как они за... С какого года, получается? Fallen. В 2012 это было, то есть он еще в Crossfire в 2012 играл, и к осени, наверное, 13-го, или в начале 13-го он в CSGO ушел. То есть промежуток был, как раз CS уже не играли, турниров не было, а CSGO еще, в общем, была сырая. То есть там проводились турниры, но как-то к ней плохо относились. Ну, видите, Fallen вырос, как бы. Захотел и вырос. Так, ну тут никаких проблем против пистолета. Ну вот игры особо нет, то есть тут комментировать, как-то анализировать тяжеловато, потому что HelixPro уже и со стрельбой не справляются, их, видимо, совсем уже... жмет к стенке. А, так к чему я говорил, что слежу за ними, когда они еще были даже не Кабум, а KD Stars, по-моему. Да, и был этот тег у них из Crossfire как раз-таки. Потом в CS они перешли вместе с тегом, вместе просто со всей командой взяла. Ну, практически, вру, не вся команда. Хенни, Лукас, Фоллен, а вот Фер и кто ж еще был? Кто еще был? Ну, я вот не помню, кого они меняли. Ну ладно, не суть важно. Эх, что-то печально как-то. Вторая карта, здесь просто вот где хотят, там и убивают. Выходят на контакт, перестреливают. Один в один, перестреливают. Не знаю, что у HelixPro случилось, но пока их на карте вообще не видать. Да нет, FNX недавно пришел, не было вроде FNX. FNX как раз таки заменили на Лукаса и Хенни. FNX и Cold Zero пришли вместо Лукаса и Хенни. Вот кто еще? Фер. Пятого не могу вспомнить. Ожидаешь увидеть Харикана про сцене? Да нет, он не будет его там, он раздолбай. Понимаете, это не типа, о, что там, турнир, собрались, проиграли. На таланте, точнее, выиграли. Здесь на таланте не выйдешь. Тут чуваки по 8 часов сидят. Я больше чем уверен, что слабоумие сейчас про серию не просто так попали. Они там тренились очень жестко. Абсолютно во всех турнирах участвовали. Это вам не фейсит покатать ММ. О, что-то у меня с ВП получается. Все, пойду в профессионалы. Не залетит такое. Вообще не залетит. Да не навряд ли, не будет никогда. Просто вот никогда. Во-первых, уже и возраст упущен. Когда у него летело в КФ, ему было тут моментально уходить в КС и просто тренить свой авик. Тем более здесь он, ну, полегче даже.
Так, вот. Так и FNX, да. Это вот тех, кого заменили, а Cold Zero был. Все верно. Спасибо. Cold Zero, Fer, Fallen, Хенни и Лукас были. Вот такая вот пятерка они начинали. И трое из них из Crossfire, грубо говоря, пришли. Ну это вот тоже, здесь у нас, видите, из Point Blank просто играет Грей. Я вот не знаю, как его остальной состав, тех же самых Слабоумий. Но вовремя поменяли игру, тренятся, есть задатки, есть работоспособность, видимо, хотят и могут. Кто еще из КФ играет в КС? Да никто. Китайцы не попереходили, хотя я знаю точно, им там организации предлагали тем же самым Allgamers, но Allgamers другой состав немножечко. Ну, что-то у них и так в Китае все нормально. А Пипсон нет, Пипсон просто пошел за деньгами, потому что у него в кейсе ничего не получалось. Ну и до сих пор, кстати, не получается. То есть они даже там не могут преодолеть. Хотя, в принципе, ребята работают над этим делом, но вот преодолеть. На каком они? На третьем групповом, по-моему, ушли из просерии или на четвертом, когда я там стал комментить. Вот 15-й сезон. Пипсон инсом? Нет, они играли в CSGO уже. Они просто пришли на полгодика, захотели бабосиков. Ну, смогли, не смогли, это уже такое. То Вин первую карту. Первую карту слабоумие. Вин тут события развиваются совсем печально. Я поэтому много автоплю. Вы меня извините, но как бы вот смотреть и комментировать, что здесь происходит, постоянно говорит, ну как, что, анализировать ошибки. Их нет, этих ошибок. Просто тупо лучше слабоумие и все. Вот. Они бегут, стреляют, и размены даже разменов нет. Они просто всех перестреливают. Такая вот. Не знаю. Как будто они газонокосилка и по высокой-высокой траве сейчас проходятся и просто лежит и загорает эта самая сбритая трава. Четыре в одного, последний, ну сейвит, никуда не пошел, Скарпауэр. В общем, как стоял он в полпозиции на точке А, так на ней стоит. Слышит топот с двух сторон, одного отстреливает. Тут со вторым уже справиться не смог. Закрывали его по двум фронтам. 9-1, атака ведет. Очень печальная вторая карта финала получается. Намного более эпическим, что ли, было сражение в полуфинале, как минимум в четвертьфинале, так точно. И до этого стадии были. Но частенько так бывает, что, в общем, по разным ветвям сетки доходят коллективы разного уровня. У одних, по факту, получаются соперники. И сами они не такого сильного уровня, как противоположная часть сетки идет. Потому что, опять-таки, повторюсь, полуфинал Helix Pro и Рохабрат, но Рохабрат это участники, постоянные участники аматорки. Ну, точнее, не постоянные, вот в этом 15-м сезоне точно были, но где-то в середине ее они сошли с дистанции. А вот, ну, если сравнивать, опять-таки, слабоумие это уровень уже про серии. Ну и пока слабоумие без проблем забирают первую сторону. Уже один раунд в плюсе у них после восьмого забранного есть. Опять экономика у дефа никакущая. И проблем у них серьезнейшие. Не знаю, что им фиксить, но тут даже особо разбирать нечего. Эх, грустненько, грустненько. Я думал, что будет борьба, что будет третья карта. Почему-то даже не надеюсь, что они соберутся. Я думаю, что 12-3 где-то будет счет первой половины. Ну и пистолетный раунд определит у нас победителя. Уже. Ну, зато быстрее мы с вами к розыгрышу обратимся. Разыграем Division, разыграем Mavic и до следующего турнира. Следующий турнир, друзья, где-нибудь, я думаю, будет либо уже к концу июля, либо к августу мы готовим, пытаемся, точнее, хотим, точнее, подготовить лигу из 8-16 команд, где половину мы пригласим, а половину посмотрим по результатам. Может быть, и всех пригласим. Скорее всего, даже так будет. Вот. И призы будут побольше, все игры будут на ставках. Ну, а пока это секрет.
где они будут на ставках и будут ли. И там будет, наверное, по одному 2 BO3 в день. Ну, то есть турнир где-то растянется на недельки 3-4, но призы будут, еще раз повторюсь, хорошие. Поэтому и команды мы постараемся позвать тоже хорошие уровня. Уже про серии там или финальной стадии аматорки. Ну и участники, естественно, постоянные наши тоже попадут в этот самый турнир. То ПВП, по моему мнению. Да нет такого то ПВП, по моему мнению. Тут все новые и новые таланты открываются. Мне вот. Ну, это правда не о ПВП истории, а о команде ТСМ. Ну вот очень, кто вчера смотрел, понравилась команда ТСМ. Как они играют, как они Cloud9 обыграли на ECS. Там многие говорят, что будет развал бомжей против кого они там сегодня играют. Фнатиков, что ли, да? Но я так не думаю, на самом деле. Фнатики еле-еле отлетели от них, то есть 16-14 они их выиграли на Кобблстоуне. Проблем было очень много, приходилось камбэчить Фнатикам. Так, ну, вообще, на самом деле, да, действительно изи. Хочется поболеть хотя бы за какие-то взятые раунды HelixPro, но у них вообще ничего не летит. Три в три, единственная эмка, арморы присутствуют у всех, у дефа. Ну вот позиция эмки известна, она настреливает, вдвоем атака остается. Оу, а тут еще и Диглецкий зашел. Ну и что, 11-2. Не хотим, не будем, будем. Откуда ни возьмись, ниндзя, ниндзя джамп от Панчзера. И раунд будет взят второй для Хеликс Про, с грустью в глазах, говорю я. Эх, Фнатик уже не те, да те, Фнатик, все нормально. Просто они попали в ситуацию, когда пока на себе не ощутишь проблемы, то не веришь в нее. Ну, это как к вам, я не знаю, подойдет какой-нибудь тиммейт там, или напишет тиммейт: «Прикинь, нас сильверы обыграли», ты скажешь: «Вот вы лохи!» А потом, типа, с этими сильверами сам будешь играть, они тебя будут обыгрывать там 14-11, да? И ты такой: «О, что-то не то. Надо собраться». Ну, аналогия фиговая, но на самом деле так оно и было. То есть ТСМ показали свои зубы еще до Фнатиков в групповой стадии. И поэтому, ну, смотрим. Так, ну и чё, похоже, что последние раунды решили все-таки заруинить немножечко слабоумие. Подрасслабились, 11 взяли, и дальше будь что будет. Какой счет первой карты? 16-7. А, слабоумие выиграли. Ни одного раунда во второй половине не взяли Helix Pro. Вот возьмут ли они, кстати, здесь во второй половине хотя бы раунд? А, 16-9, прошу прощения. Взяли, значит, все-таки. Да, два раунда во второй половине только взяли. Ну там просто серия была из 7, где-то в концовке они. Да, как раз в концовке они там два раунда взяли. И отдались. 12-2. Еще один раунд атака берет. Дейник, нет. Пистолеты, 5-7 и арморы и один авик. Ай, печальная какая-то вторая карта. Вот чё уж греха таить, как бы. Понятно, что можно стрельнуть себе электрошокером в ногу и выжимать какие-то эмоции из себя, комментируя это все действие, но на самом деле вот даже непонятно, с чем это связано. Вроде бы, может быть, первая карта подкосила Helix Pro, может, жара у них тоже и плавит их потихонечку, не могут они собраться и поговорить. Но ни тайм-аута не залетает, ни результата как такового нет. То есть два раунда за сильную сторону на мираже, пусть и на карте соперника, это, конечно, это не аут, это двойка. Это вот остались на второй год. Но призы им достанутся, все-таки они уже в призах. И, может быть, этот момент их немного расслабляет. Призы неплохие.
Последний раунд первой половины. 4 девайса против двух пистолетов с арморами. Нашли первого, точнее, сам он открывается. Ну и Ико, он же Эко, туда же, в таверну. 13-2, первая половина. Пока разгром. Ланы от вас будут? Ну, посмотрим, не знаю. Может быть, дойдем до уровня ланов. Пока таких планов нет, но все зависит от поддержки. Опять-таки, все начинают с команды попроще, потом, когда все нормально, все верят, то уровень возрастает. Ладно, у нас здесь пистолетный раунд, вторая половина, на котором надо кровь из носа, конечно, Хеликсом в первую очередь выигрывать, приводить все к состоянию более-менее удобоваримому. 13-5, но как вот ты это сделаешь? Вы говорите, да, вот Фургот, он сейчас был на средне-близкой дистанции, говорите, нереально с такой дистанции с Юспа стрелять. Абсолютно реально. Два патрона, три патрона и голова. Ну и пистолетный раунд туда же. 14-й для слабоумия, два шага им для победы. И эти два шага они будут делать на отсутствие экономики соперника. Естественно, что на поставленной бомбе Helix Pro нужно будет выбирать. Либо они отдают 14-й и потом закупаются при счете 14... Ой, точнее 15-й, закупаются при счете 15-2. Либо сейчас они берут фармганы, потому что была бомба, и дорабатывают эту ситуацию. Ну вот, я бы на их месте взял 5 EMP-шек просто с арморами. И попытался бы скрыть на скилл, потому что с той стороны, ну, эмочек только 2 по 90, ну, не столь агрессивный бай, скольким, какой он мог бы быть. Да, ну и напомню, что сразу после этой карты тут, скорее всего, все решено уже. Мы разыграем за Division и АВП Hyper Beast. Так что не разбегайтесь. Так, ну смотрим, как здесь Дэв справится с этой ситуацией. Пока затуре, ой боже, ну он просто даже не смотрит. Один смотрит, второй не смотрит. Пока справляется атака довольно-таки неплохо до того момента, как не пришла UMP-шка от Зексикса из ямы. И этот раунд выигрывает. Так или иначе, слабоумие, матчпоинт мы смотрим. Все похоже, что будет решено именно в этом раунде. Ну и как это было? Мы сейчас и увидим, как они пойдут в атаку, как они будут пушить. Бум, прилетело по голове, допушился Грей, агрессивная позиция на пиксель, моментальный хедшот собраточки и... И-и-и, уже 3 в 3. Уже 3 в 3, ну тут вот сложно что-то говорить, Хеликс как бы как в разброд играли в первой половине, так они пытаются зацикливать каждый сам на себя. Весь деф, заходить в перестрелки, лучше, когда это один в один, но получается, в общем, с переменным успехом. Последний Ай Человек и делаем ставки, выиграет ли он раунд. Ну, верится в это с трудом, на самом-то деле. Да, и демка заканчивается. 16-2, друзья. Вот так вот заканчивается у нас с вами финал. Небольшенькая пауза, буквально вот два раза выдохнуть, немного музыки и рекламы, и разыгрываем Division от Logitech и AWP Hyper Beast от сайта открытия кейсов. Гейбена нет, далеко не расходитесь, ща все будет.